читать книгу пророка и продолжаем разговор об Искупителе Израиля. Бог Израиля, Бог израильского народа, не только ведь, ну скажем, совершает искупление, ну скажем, вот так, силы своей власти – силой своего могущества взял и искупил всех людей. Но мы обычно, когда говорим об искуплении, даже поначалу не задумываясь о цене этого искупления, о форме этого искупления, просто в принципе говоря об искуплении, мы предполагаем, что это вот Бог это сделал, и теперь все искуплены. Ведь дело это в сущности для Бога простое. Что тут сильно-то трудиться? Вот, взял да искупил. Вот, это же, ну, плохо мы живем в грехах, там, все прочее, в страстях, в адских муках. Вот, а Бог взял и от всего этого безобразия нас спас. Вот. Хорошо мы его за это благодарим. Это вот тот уровень минимального представления нашего, который если человек вообще что-то либо слышал, читал или думает об искуплении, он на этом уровне обычно и застревает, причем его степень скажем погруженности в традицию, чисто внешнюю храмовую традицию совершенно не играет никакой роли и количество лет проведенных в церкви тоже и даже даже количество раз которыми он прочитал скажем новый завет человек по настоящему ведь не вникает даже то что он читает у него есть в сознании некое сложившееся Картинка, это картинка абрисная она не яркая, не полная, не палитра, но некий абрес, некий такой чертежик у него там есть. Вот как Бог искупил человечество, искупил вот всех нас. Он не задумывается. И малейшие какие-то проблемные поля, с которыми встречает даже не акти, какие проблемные, а так просто некая э, неровность на поверхности его представлений, скажем, вот касающиеся как, а, а почему люди страдают тогда, если он нас искупил, а, а, а почему невинные, там дети, скажем, болеют, а, а почему вообще невозможно всех спасти? когда люди сталкиваются с подобным и спотыкаются, потому что это в их сложившуюся схему не вмещается. Схема, им пытаются что-то объяснить, им пытаются что-то рассказать, удачно, неудачно, правильно, неправильно, но как-то им пытаются это дело объяснить, они не понимая, конечно, просто кивают, потому что устали от объяснений, и идут дальше, скользят э, мыслью своей, по той глади картинки, которая нарисована у них в сознании. Никто не не пытается поменять свое собственное представление о Боге и человеке и о том, как совершаются искупления. Ведь э, на самом деле любой из нас понимает, что если Он искупитель, Царь, если Он сила, если Он Творец который пришел искупить народ свой, как мы уже об этом говорили не раз, то он легко может это сделать. Какие у него могут быть сложности, если он всемогущий, если он любит человека, если он царь этого мира, если он творец этого мира. Он сейчас легко это сделает. По мановению его воли все исчезнет. Исчезнут враги, исчезнут Смерть, исчезнет зло, исчезнет сатана. Мир снова станет хорошим, снова станет приятным для жизни, и люди, наконец-то, будут в нем жить нормально, хорошо, довольно. Бог поймет, что Он ну, погорячился несколько разгневавшись на согрешившего Адама и Ева и решил, что больше гневаться он не будет, потому что толку от этого все равно никакого нету, только хуже все делается, вон к чему, к какому результату пришли. И Бог поймет, что это все вот ни к чему хорошему не приведет, и, ну, скажем так, переформатирует мировое бытие, снова восстановит рай, снова э, это самое, ведет туда людей, только на этот раз позаботится о том, чтобы змей туда не заползал чтобы смерть не проникла, оградит это каким-то защитой, и все будет хорошо. Наконец-то будем жить. Конечно, если человек хоть немного живет в реальности восприятия самого себя, это тоже очень большой труд и подвиг, но если все-таки... На момент он как-то немножко, ну чуть-чуть себя знает, понимает, то он вот в этой картинке, он однажды видит какую-то не состыковку, ну а как, а, а если человек снова согрешит, а Бог его простит, ничего не будет. Он же на него рассердился рассердился, человек согрешил, Бог рассердился, ну как так, мол, вот мы же договаривались, вот, рассердившись, разгневшись, он выгнал, а теперь он понял, что сердиться и гневаться не надо, и поэтому не рассердится и не разгневается, ну вот научились же, скажем, люди жить, не гневаясь, ну, украл человек, ну, его дело там, ну, Поменял он там пол. Ну и что, ну и что сердится, то Ну что такого-то? Ну пусть живет так, главное, чтобы всех любить. Человек-то научился жить, не реагируя ни на что, совершенно оставаясь толерантным. Если человеку при всех его грехах и страстях можно научиться толерантности, что Бог не может, что ли? Тоже научится толерантно жить. Не реагируя на то, что мы где-то там что-то сделали не так. Ну, закроет глаза, не будет изгонять. Вот, придет, пожурит, может быть, немножко. Ну, и все уговорит. Ну, так же мы таким образом живем, что надо просто побеседовать с человеком, сказать, что вот лучше так не делать. Вот, человек послушается и больше так делать не будет. Ну, если мы знаем себя, мы понимаем, что нет, ничего подобного не будет. И будет и дальше человек настаивать на грехе, ну, ну пусть настаивает, ну, ну что в конце концов такого-то? Для нас ведь грех ничего не значит. Ну, мы предполагаем, что также может он и для Бога ничего не значить. Вот, и просто Бог перестанет на это реагировать, и все будет хорошо. А так и будем мы жить вечно в раю, каждый делая то, что он хочет делать. То, как может, так, как умеет, но тогда ведь не будет никакого единства. Да почему же? Почему же просто создастся какое-нибудь правительство, которое будет следить за тем, чтобы никто ни на кого не возмущался. Каждый живет как хочет, и никто бы никому бы не мешал жить как хочет. Ну вот, как это предполагается сейчас, скажем, в Европе. Вот. Делай, что хочешь, и не мешай другим жить, как хочешь. Вот и все, и будет рай. Просто сейчас там есть разные болезни, онкология, там что-то может воздух плохой, там работать надо, это всего не будет. Рай же все-таки. На самом деле, э -э, эта ситуация, если ее вот так оставить, и Бог просто махнет рукой на все это, э -э, даже при отсутствии вползающего туда зла и смерти, тем более смерти. Вот человек развратится до невероятной степени, и вся эта жизнь превратится в ад. Это уже было, мы уже проходили это допотопное время, когда человек мог делать все, что хочет, и жить практически вечно. И обладал огромными возможностями, огромными силами. Но мы никак не можем этого понять, мы никак не можем понять, что главное причина-то вообще в человеке, а не в Боге. Мы все время выставляем виновником страданий и виновником спасения Бога. Мы говорим, вот в нашей картинке именно так Бог разгневался, имеет право, конечно, никто не спорит, но если бы Он разгневался, было бы лучше, мы бы не умирали, мы бы не ушли бы из рая, да нет. Это же сделано для нашей пользы, ведь Господь и говорит, не дай Бог, он съест плод с дерева жизни, тогда ничего не исправить, человек превратится беса в беса, а мир превратится в ад. И уже без всякой возможности его спасти. Просто всех вместе в огненное озеро и проект творения мира заканчивается на этом. Вот, нет, Бог для того, чтобы мир спасти, надо обязательно его выгнать из рая. Это единственная возможность спасения мира. Хоть кого-то в этом мире, хоть каким-то образом этот мир можно спасти, только если человека отдалить от дерева жизни, чтобы он не вкушал с него и не стал бы жить вечно, потому что тогда наступит ад во всем миробытии. бытии. И вот этого мы понять не можем, а когда происходит спасение, мы себе представляем его точно таким образом, что Бог наконец-то простил людей, люди теперь могут жить спокойно, будучи прощенными, могут жить как им пожелается, потому что Бог все равно перестал на них гневаться, осталось только вот когда-то наступит момент, когда Бог всех людей ведет наконец-то в рай, не зная, почему этот момент еще не наступает, зачем тянуть эту вот все безобразие и страдания, надо просто этот мир уничтожить и вести человека, приготовленный ему рай, и пусть бы он там радостно жил, потому что всех уже надоело мучиться от холода, от войн, от болезней и постоянно хоронить кого-то из дорогих людей надоело. Вот, надо все это дело прекратить. Почему Бог это не делает? Вот, в нашем сознании, в нашем представлении, все дело в том, что Бог вот что-то делает, и вот тут он что-то делает, и вот тут он сделал, он спас человека, вот тут он искупил, ввел его в рай, все хорошо. Мы не видим, что на самом деле нельзя человека заставить полюбить. Одни будут слушаться Бога, а другие не будут Его слушаться. И снова появится зло, и значит снова появится страдание, и смерть, и болезни со всеми вытекающими. Люди никак не могут понять, что все дело в том, что человек свободен должен быть. В Царстве Божьем может жить только свободный человек. Только человек, который любит, потому что только свободный может полюбить своего Творца, Бога, благодетель. Только любовь, как свободный отказ от жизни для себя, ради жизни для другого, только это может сделать нас способными жить в Царстве Божьем. Ничего с этим не сделаешь. Наш Бог, Пресвятая Троица, Его бытие таково. Каждое лицо отдает всю полноту бытия другому. Это и есть жизнь. Просто жизнь. Вот она называется жизнью. Это жизнь, как отдача всецелая, полная всего себя другому, называется жизнью. Можете назвать ее любовью, не ошибетесь. Но это не то, что мы здесь, в этой жизни, называем любовью. Когда чаще всего под действиями, которые мы называем любовью, скрыт всего лишь завуалированный эгоизм мы делаем другому приятно, потому что в первую очередь приятно нам. Мы делаем другому то, что помогает нам сохранять зону комфорта. Да, мы заботимся ради собственного комфорта. Это некое, так скажем, разумное сознание того, что мы должны что-то сделать. Это не полная отдача себя. Мы об этом вообще не думаем. Мы отдаем себя настолько, насколько надеемся получить. Про это и говорит Христос. Все люди так делают. Дают займы тем, кому можно получить обратно. Помогают тем, которые помогают им. Зовут в гости тех, которые могут позвать в гости их. Все делают все для того, чтобы и нам в этом жизни было максимально комфортно. Это идеал, в конце концов, всей современной цивилизации создать настолько комфортную цивилизацию, чтобы всем было хорошо, но при этом никто бы ничего не делал для других, никто бы ни от чего не отказывался, никто бы ничем не жертвовал. Чтобы даже если он платит налоги, он платил их так, чтобы ему не было, ну скажем, тяжело, он не чувствовал это. Просто некая плата за то, что ты живешь в таком комфортном мире. Но для тебя эта плата необременительна. Если ты там видишь нищего на улице, ты просто вызываешь службу спасения, они ему помогают. На твоих глазах кормят, одевают, лечат. И ты наблюдаешь, как здорово, как, как здорово вообще. Замечательный мир. Люди пришли помогли человеку встать на ноги, дали ему квартиру, вылечили его, нашли ему жену или мужа, вот, или подругу, или друга, неважно, ну, что он хочет. Вот. Детей могут найти там. Ну, ну как вот он хочет, он живет комфортно, ты радуешься, как здорово. Как некий аист в книжке Волкова говорит, я всегда готов помочь, если это мне ничего не стоит. Надо было просто среагировать и нажать кнопку вызова. Они это сделали тоже, потому что им за всем в конце рабочего дня за все это заплатили хорошие деньги. И они пошли радостно жить. Они сделали дело радостное, получили за это денежную компенсацию, и довольны от того, что они сегодня сделали добро. Они пошли в свои семьи продолжать радоваться и веселиться. Вот о чем мы мечтаем. Вот о чем мечтает каждый человек в современной цивилизации, ну и что, что это к христианству не имеет никакого отношения? Это не имеет никакого отношения к жизни. Это не жизнь. Вообще по существу не жизнь. Это ее имитация, но люди говорят, вот это и есть жизнь. Когда я делаю все, что я захочу, когда вокруг меня нет страдающих людей, когда он появляется, это страдание, от этого страдания его легко избавляют с помощью вот налаженной инфраструктуры. Что может быть лучше? Это же и есть самое замечательное бытие человека. Вот нет, увы, нет. Любовь и жизнь здесь только полная самоотдача самого себя. Другому человеку, людям, Богу. Только полный выход, отказ от бытия внутри себя, от бытия для себя. Но мы уже этого даже не понимаем. Мы к этому и не стремимся уже, это извращение какое-то. Мы ругаем христианство за то, что оно заставило людей принять такую э, уродливую модель. Но так живет наш Бог. И все в этом мире может войти в тот божественный мир, только если согласиться это принять, если захочет. Понимаете, просто если захочет. Потому что если от тебя заберут все и отдадут другому, ты же будешь страдать, ты можешь только сам это отдать и радоваться тому, что отдал. И вот эта мысль, она никак не может зацепиться в нашем сознании, что только любовь, как свободный отказ от жизни для себя, и дает нам жизнь, и делает нас способными жить в Царстве Божьем по образу Святой Троицы. А потому важно, что в чем бы ни состояло искупление, мы про это еще продолжаем разговор, Хотя мы уже знаем, что в 53 главе пророк Исаия говорит о страдающем Искупителе, о страдающем Мессии. Но в чем бы оно ни заключалось, это искупление, оно нуждается в том, чтобы людям о нем рассказали. То есть это искупление, каким бы оно ни было образом совершено, оно нуждается в том, чтобы о нем рассказали. То есть это некое событие неочевидное. Оно где-то произошло, и о нем должен кто-то засвидетельствовать, кто-то должен поведать. И вот об этом Исаия говорит. Скажем, 47 глава. «Так говорит Господь, царь Израиля и искупитель его, я Господь Савов, я первый и я последний. Кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Пусть Он расскажет и возвестит, и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний. Или пусть возвестят наступающие и будущие. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? Вы мои свидетели. Если Бог, кроме меня, нет другой никакой не знаю. Или 43 глава Исаи. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели мои» говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это, так говорит Господь, Искупитель ваш. Бог, всемогущий, сильный, царь, твердыня, нуждается в свидетелях. Раздела касается людей, чтобы людям что-то рассказать, нужны свидетели. Во-первых, потому что не все способны стоять перед Богом. Бог может явиться, но не все могут это выдержать, не все могут это принять. Не, большинство просто умрет. Хотя бы просто о том, что Бог есть и какой Он есть, нужен свидетель, чтобы рассказать. Если Бог явился Аврааму или Моисею, они с ним говорили, а если явиться мне или кому-нибудь другому, мы бы умерли. Мы не способны стоять перед Богом. И поэтому Бог посылает к нам свидетели, чтобы рассказали о нем и сказали, что нужно сделать, чтобы суметь устоять перед ним. Ведь если не сможем перед ним стоять, то как мы войдем в Царство Божье? Мы сбежим от него. А во-вторых, это показатель того, что события происходят в исторической плоскости, в исторической реальности, происходит во времени. И поэтому о том, что происходит во времени, о неком событии, нужно рассказать и нужен свидетель, потому что это событие не может повториться каждый год или каждый день или каждое столетие. Оно произошло, и о нем нужны люди, чтобы они рассказали что Он Спаситель, что Он совершает спасение, как совершает спасение, зачем совершает спасение, и что должен сделать человек, чтобы это спасение принять, чтобы действительно спастись. Свидетели есть показатель того, что Бог всесильный всемогущий делает все и недостаточно, потому что нужны еще помощники, нужны люди, нужна церковь, чтобы донести сделанное им дело до каждого человека, чтобы каждый узнал, принял, откликнулся и пришел. Нужна человеческая составляющая искупления. И об этом говорят свидетели.